gib mir deine Hand. Lass mich immer bei dir sein und geh nie mehr von mir fort. Lass mich niemals mehr sehen, dass wir beide glücklich sind und wie gut wir uns verstehen. Es ist nicht gut, allein Leben zu sehen. Man soll zu sein, und sehen wir hier. Mama, gib mir deine Hand. Sage mir, dass du mich liebst, dass du immer denkst an mich. Wissen soll's die ganze Welt, alle Menschen sollen es sehen, dass wir beide glücklich sind und wie gut wir uns verstehen. Когда закончилась Вторая мировая война, в распоряжении советских кинематографистов оказались старые пленки с немецкими фильмами. Часть из них не была уничтожена, а поступила в прокат. В основном это были музыкальные комедии, которые в 30-е годы были призваны поднять дух немецкого народа, а в тяжелое послевоенное время точно так же служили, чтобы отвлечь от рутины и разрухи уже советских граждан. Конечно, все было не так просто. Фильмы тщательно отсматривались, что-то из них вырезали, что-то меняли. Так, например, Сталину нравился фильм «Женщина моих грез». Нам его показали под более целомудренным названием «Девушка моей мечты», вырезав несколько эпизодов, которые посчитали слишком откровенными. В частности, сцену с канканом. Главную роль в этом кино играла Марика Рёк, звезда гитлеровской Германии, ставшая известной в СССР. Для многих ее образ, голос и песни стали узнаваемыми. Кстати, ее костюмы привезли в нашу страну также в качестве трофеев. Их позже надевали наши актрисы для съемок уже в советских фильмах. Вокруг Марики всегда была масса домыслов и слухов. Кто-то называл ее орудием нацистской пропаганды, другие же считали советской шпионкой. Родилась Марика Рёк, настоящее ее имя Илона, 3 ноября 1913 года в Каире, в буржуазной венгерской семье среднего достатка. Ее отец Эдуард Рёк являлся архитектором, мать домохозяйкой. Видя, что беременность протекает тяжело, Эдуард Рёк по рекомендациям врачей отвез свою семью в Египет, где и родилась героиня повествования. Роды протекали крайне тяжело, и измученная роженица, впервые увидев свою дочь, простонала: «Боже, кого я родила!» Если бы она знала, какая судьба ожидает ее Марику. Эдуард Рёк гордился тем, что его семья ни в чем не знала отказа, так как у него к тому времени была отличная деловая репутация,
благодаря которой он получал заказы на проектирование и строительство особняков в Вене, Зальцбурге, Будапеште и Праге. Значительные депозиты, размещенные в венских банках, вселяли в него уверенность в радужное будущее. Вскоре после начала Первой мировой войны в 1914 году семья была вынуждена вернуться в Австро-Венгрию, где обосновалась в Будапеште. В то время в стране был взлет музыкальных оперетт Франца Легара, Эмре Кальмана, знаменитых венских вальсов Штрауса, зажигательного венгерского танца Чардаша. Поэтому неудивительно, что Марике стали преподавать бальные танцы и верховую езду. И вскоре в семье с изумлением заметили, что Марика, не щадя себя, занимается сутками, простаивая у балетного станка, в отличие от ее сверстников, которые предпочитали играть. Маленькая девочка, на удивление окружающих, совершала головокружительные пируэты в танцах, а на лошади могла скакать, как самая заправская наездница. Но к тому времени грозовые тучи сгущались над семьей. После окончания Первой мировой войны Австро-Венгерская империя распалась на ряд независимых суверенных государств. Эдуард Рёк перестал получать заказы, а банки, в которых были размещены вклады, лопнули. В результате он вместе с семьей вынужден переехать в Париж, прозябая в нищете. Его жена была вынуждена продавать свои последние драгоценности, снимая убогий номер в дрянной парижской гостинице. От безысходности, в которую попала его семья, Эдуарда стали посещать мысли о самоубийстве. Но неожиданно пришло избавление с той стороны, откуда он не ждал. Его малолетняя дочь вдруг самоуверенно заявила, что способна содержать родителей и старшего брата. К тому времени Марике исполнилось только 11 лет. Ее отец, который вначале не поддерживал ее увлечение танцами, вынужден был поставить крест на своей карьере архитектора и превратился в импресарио своей дочери. Вскоре впервые в своей жизни Марика выступила на сцене знаменитого парижского варьете «Мулен Руж». После этого выступления со всех сторон посыпались предложения, и вскоре последовали гастроли Марики в Монте-Карло, Лондоне, Каннах, на Бродвее в Нью-Йорке, затем в Будапеште, в Вене и в Берлине. Везде Марику публика приветствовала оглушительными аплодисментами и вызывала на бис, видя, как она непринужденно исполняла головокружительные акробатические трюки, танцевала на пуантах и еще при этом успевала красиво петь. В США Марику называли маленькой венгерской принцессой, а во всей Европе – звездой Америки. Вскоре у нее появились и поклонники, предлагавшие ей руку и сердце. Один из них – миллионер Том О'Брайен, засыпал ее огромными букетами редких орхидей и алмазными колье и посватался к ней, но получил категоричный отказ, как до этого все его предшественники. В ответ он вновь послал букет орхидей. А затем поступили два привлекательных предложения – новые гастроли по США с одной стороны и участие в съемках на второстепенных ролях в фильмах немецкой киностудии «Уфа». Естественно, Марике по душе пришлись гастроли в США, но Эдуард Рёк выбрал второе предложение, подписав контракт с «Уфа», к большому неудовольствию дочери. А разгневанной Марике он объяснил: если ты всю жизнь мечтаешь быть третьей слева в каком-нибудь ревю, то поезжай в турне. Но если твоя цель прославиться на весь мир, твое будущее – кино. Правда, к тому времени у Марике уже имелся опыт в кино. Впервые она снялась в 1930 году в небольшом эпизоде английского фильма «Почему моряки покидают дом» голливудского режиссера Бэнкса. В 1933 году она сыграла в англо-венгерской кинооперете «Поезд привидений», но кинематограф ее не манил, казался ей почему-то скучным и непривлекательным. То ли дело танцы, это ее стихия. Марика безуспешно пыталась разжалобить своего отца, то принималась плакать, то уговаривать, то грубить, но Эдуард был непреклонен, только киносъемки, а не танцы. В конце концов, Марика просто возненавидела кинематограф. Каждое упоминание о нем приводило ее в бешенство. И Марика приняла решение сниматься так, чтобы ее с позором выгнали из киностудии.
Именно такой Марика в 1934 году впервые появилась на студии Уфа. Вначале Марике казалось, что ее вот-вот выгонят, так как она безбожно коверкала немецкий язык по незнанию. Но образ Марики Рёк того времени полностью соответствовал германскому эталону немецкой девушки. Поэтому в 1935 году с ее участием на экраны вышел первый фильм «Легкая кавалерия», а затем последовали и другие кинофильмы. Ich bin dir so gut und mir ist zumut, so als ob seit heute wir uns erst verstehen. Ich hab das Gefühl, bald sind wir am Ziel. Das hat einen Grund und der ist schön. Du hast mich noch nie so geküsst, so zärtlich und glühend wie heut. Wenn das keine Leidenschaft ist, hat mein Herz ganz umsonst sich gefreut. Wir zwei sind ein glückliches Paar, doch wird es mir heute erst klar. Ich hab keine Ahnung, was du für mich bist, denn du hast noch nie so geküsst. Спустя несколько десятков лет Марика вспоминала тот период жизни. Когда я в начале 1934 года приехала в Берлин, чтобы стать знаменитостью, мне едва минуло 20 лет. И уж никак не скажешь, что я появилась там, как лучезарная богиня на триумфальной колеснице. О, нет! Я любила зрителей, веселых людей, живую реакцию зала, смех и овации темпераментной Марики. А теперь необъезженный жеребенок попал в ежовые рукавицы берлинских кинодеятелей. Я очень хотела стать кинозвездой, но мне вовсе не улыбалось блистать и сверкать в скучной деловой атмосфере, царившей на студии Уфа. В Берлине люди были совсем не такие, как на моей родине, гораздо суше и сдержаннее. Они не осыпали комплиментами и не говорили «целую ручку великой артистке», как наши венгры. Они вообще ничего не говорили. В то время на студии Уфа собралось столько звезд и великих актеров, что при желании ими можно было бы заполнить Колизей. Поэтому такая дебютантка, как я, мало что значила для киностудии с мировым именем, хотя наличие у меня таланта считалось само собой разумеющимся. Так что я старалась глядеть во все глаза и все время быть начеку. Я потеряла былую уверенность в себе. Стоило двум осветителям, беседуя между собой, мельком взглянуть в мою сторону, я тут же бросилась к ним и прошипела сквозь зубы. «Что вы сказали обо мне?» Ведь я еще не умела правильно говорить на их языке. Свою роль в «Звезде манежа» я вызубрила наизусть и протараторила, как попугай. То есть общий смысл я, конечно, понимала, но не знала, что значит каждое слово в отдельности. Более чем прохладное отношение в Берлине поначалу очень меня огорчило. Лишь потом я оценила достоинство этой прямолинейности и даже полюбила ее. Я вновь обрела уверенность в себе и знала точно, что похвала этой публике дорого стоит, что она куда важнее легковесных комплиментов. Но все это пришло намного позже, а в ту пору я чувствовала себя чужой, всеми покинутой и одинокой. Со временем Марика втянулась в процесс съемок, но незнание немецкого языка было по-прежнему для нее большим препятствием в карьере киноактрисы. Некоторые режиссеры мирились с таким ее недостатком, но их коллегу Георга Якоби сильно коробило, когда слышал Марику Рёк. К тому времени он являлся маститым режиссером. Георг родился в июле 1883 года в семье театрального режиссера в городе Майнце. Поэтому неудивительно, что Георг Франц Густав Якоби
а именно так звучит его полное имя, с ранних лет, познакомившись с театральными подмостками, пошел по пятам своего отца. Вначале он был актером в театрах Бремена, Кёнигсберга и Берлина, а затем в 1913 году, в год рождения Марики, снял свой первый фильм. После окончания Первой мировой войны в киностудии Уфа снял несколько учебных фильмов. А затем приступил к съемкам художественных музыкальных картин. В 1936 году Георг Якоби стал снимать фильм «Горячая кровь», куда пригласили восходящую звезду киноэкрана Марику Рёк. С самого начала съемок стали возникать скандалы. Георг Якоби после каждого дубля заставлял Марику по 20-30 раз повторять правильное произношение немецких слов и настаивать, чтобы она все свое личное время посвятила изучению фонетики и грамматики немецкого языка. Ей, привыкшей порхать в воздухе, исполняя сложнейшие акробатические трюки и пируэты, приятело сидеть над учебниками. Неудивительно, что Марика всячески отлынивала от скучных для нее занятий. Поэтому она стала то опаздывать на съемки, то пропускать их, тем самым давая новые предлоги для праведного негодования режиссера. Fährt man hin und her, such nach Liebe im Weltgetriebe, aber immer weiter geht die Reise kreuz und quer übers weite Meer. Land in Sicht, so rief Columbus vor Amerika, und Land in Sicht, so rief mein Herz, als ich dich sah. Хорошо. В хорошенькой истории она впутывается. И вот однажды, когда Марика на съемках дубля вновь стала безбожно коверкать немецкий язык, Георг Якоби разразился такой площадной бранью в ее адрес, что она не выдержала, влепила ему пощечину и покинула павильон. Казалось, что ее кинокарьера на этом закончилась, но на следующий день Марика, как ни в чем не бывало, вновь появилась в киностудии. Все замерли в ожидании нового грандиозного скандала. Но не тут-то было. При появлении в павильоне режиссера Марика кинулась на шею Георга Якоби и разрыдалась. Ошеломленный таким напором, режиссер только и смог сказать:
Ну-ну, успокойся. Ты, естественно, горячая венгерская лошадка, но это не самая худшая порода. Казалось бы, после примирения сторон последует мир, но скандалы продолжились. После очередного заявления Марики, что она вовсе не собирается стать звездой экрана и ей полностью наплевать на фильм, разъяренный Георг вытолкал ее из машины на мороз и уехал со съемочной группой. Несчастная заплаканная Марика, одетая в легкое атласное платье не по сезону, с большим трудом добралась до дома. На следующий день Георг якобы позвонил ей и стал извиняться, но Марика прервала его своим заявлением. «Послушайте, Георг, а не могли ли вы на мне жениться?» Она неожиданно для себя безошибочно угадала, что для Георга якобы стала дорогой и любимой. Но ее родители, узнав, кого она выбрала себе в мужья, были категорически против ее брака, так как жених являлся их ровесником. И только через несколько лет, видя, какой любовью одарил Марику Георг якобы, они переменили к нему свое отношение. К тому времени состав кинодив немецкого кинематографа являлся интернациональным, хотя был полностью очищен от евреев по понятным причинам. Вместе с Марикой Рёк в те годы снимались такие актрисы, как блистательная Ольга Константиновна Книпер-Чехова. И не менее блистательные англичанка Лилиана Харви, шведки Сара Леандер и Кристина Людендорф. Из звезд того времени немками были только Марлен Дитрих и Магда Шнайдер, мать Роми Шнайдер. Но все они не могли сравниться с Марикой, так как только она могла так красиво и грациозно танцевать и петь. Марика к тому же обладала притягательным шармом, очаровывая зрителей, была красива, кокетлива и очень женственна. Все это и позволило ей стать первой звездой киноэкрана гитлеровского рейха. Фрау Рёк покорила сердце фюрера. Она не была арийкой, но воплощала истинно арийский характер. Упорство, настойчивость в достижении цели и бьющую через край энергию. На приеме у фюрера Марика присела перед ним в книгсене, а он поцеловал ей руку. Он спросил, есть ли у нее дублер на съемках. Она ответила, нет, я все делаю сама. Пою, танцую, делаю акробатические номера и даже скачу на лошади. «Так есть ли что-то, что вы не делаете?» «Я плохо говорю на немецком». «О, дорогая, даже многие немцы плохо говорят на немецком». Геббельс же Марику терпеть не мог, как и другую звезду Рейха, Лали Андерсон, не говоря уже о бессовестной Марлен Дитрих. Однажды в кафе он пригласил актрису за свой стол. За кофе Геббельс сделал вид, что уронил под стол монетку, и актриса почувствовала, что министр гладит ее ногу под скатертью. Она любезно поблагодарила Геббельса за кофе и положила на стол 3 марки, чтобы господину министру не пришлось больше наклоняться за мелочью. На самом деле Геббельса раздражало, что жена идеологически выдержанного режиссера, члена НСДАП, истинного арийца Георга якобы, умело избегала съемок в пропагандистских фильмах, участвуя лишь в легкомысленных комедиях с песнями и танцами. Впрочем, после войны союзники все же подвергли семью якобы репрессиям. Когда началась Вторая мировая война, с фронтов ей ежедневно приходили большие мешки писем, в которых немецкие солдаты признавались в любви. Один из них, тяжело раненый, написал ей, что фильмы с ее участием избавили его от неминуемой смерти. Другой появился в ее доме и объявил ей, что приехал только взглянуть на нее, так как направлялся на верную гибель, на приближающийся к Берлину Восточный фронт. Марике помимо съемок приходилось выезжать на фронт, где солдаты принимали ее с большим обожанием. В 1943 году начались съемки кинофильма «Мускомедия. Женщина моих грез». Режиссером фильма был назначен Георг Якоби. Местом съемок выбраны павильоны киностудии в Праге, а на главную роль утверждена, естественно, Марика. К тому времени Марика была уже беременной, но отказаться от участия в съемках она не могла. Ее уже давно поглотил этот дивный киномир. Георг якобы заказал новые костюмы для Марики, и съемки начались. Марика исполняла роль актрисы театра Юлии Кестнер, которая решила устроить себе небольшой перерыв для отдыха. Но директор театра в
всячески препятствовал воплощению ее планов. В результате Юлия оказалась где-то в Альпах, где проводились взрывные работы в горах, познакомившись с двумя горными инженерами. Казалось бы, незамысловатый сюжет, но эта роль для Марики стала поистине самой звездной, которая принесла ей всемирный успех. Ich fahr dich auf dich, du bist das Glück für mich. Mein Herz ruft nur nach dir, dir, dir allein. Dein Traum geht dahin, wo ich nicht bei dir bin. Dein Bild ist stets in mir, mir, mir allein. Du weißt genau, was meines Lebens Sehnsucht ist, dass du die Frau in allen meinen Träumen bist. Ich war Das Leben ist schön für mich, allein durch dich, durch Фильм прошел на ура в Европе. К тому времени многие немцы прекрасно понимали, что войну Германия уже проиграла, и поэтому были скептически настроены к агитационным произведениям геббельсовской пропаганды. Но на фильмы с Марикой очереди занимали с ночи, как это было через несколько лет в СССР при просмотре легендарного фильма «Девушка моей мечты». И только Геббельс вновь оказался недовольным. Он не мог простить пощечины Марике Рёк, поэтому он сказал, что испанский танец в исполнении Марики является фривольным, что непристойно для немецкой женщины. Марика стала возмущаться, что она не немка, как считает почему-то Геббельс, а венгерка, поэтому танцевать иначе не умеет. Но испанский танец пришлось все же переснимать. В 1944 году чета Якоби Рёк обосновалась в Зальцбурге, на родине Моцарта, где Марика впервые столкнулась с ужасами Второй мировой войны. Сначала в городе скопились беженцы и раненые, потом начались бомбежки, а затем Зальцбург оказался в огне войны. Именно в Зальцбурге и родилась в то время дочь Георга и Марики, Габриэла и Якоби. После войны семья осталась без средств к существованию. Фильмы не снимали. Марика была вынуждена давать по 2-3 концерта в день, получая в качестве оплаты только продукты питания. Один раз ей пришлось давать концерт на разбитой сцене во время ливня на протяжении 3 часов. А потом стало еще хуже. Зальцбург оказался в американской зоне оккупации, и Марике запретили гастролировать. В то время шла подготовка к знаменитому Нюрнбергскому процессу, а людей, которые сотрудничали с нацистами, всячески преследовали. Досталось и Марике, припомнили ей визит к Гитлеру и тот факт, что Георг Якоби состоял в рядах НСДАП. Поэтому он был лишен права снимать фильмы в течение 5 лет. Марике было очень трудно, нужно было содержать не только дочь и мужа, но и престарелых родителей. Марике так и не удалось никому объяснить, что единственной ее целью в жизни было служение искусству, а не нацизму. Она снималась в развлекательных музыкальных фильмах, а не в агитках нацистов. Она приехала в Германию работать, когда страной правили фашисты, и не имела никакого представления о том, что творится в стране, так как была творческой натурой. К чести Марики, надо сказать, что она никогда не снималась в фильмах, посвященных нацизму. Вокруг Марики ходила куча сплетен о сотрудничестве с фашистами. В итоге Марика подала в суд на американского репортера, утверждавшего, что она тесно сотрудничала с фашистами, и она выиграла процесс. Тем не менее, несколько лет она была отлучена от кино и театра. В СССР с Марикой боролся Михаил Ром, назвавший ее в фильме «Обыкновенный фашизм» сексуальной кошкой. Фильм «Девушка моей мечты» лег на полку.
А потом сын Берии, Серго, в своей книге «Мой отец Лаврентий Берия» распустил слух о том, что Марика Рёк якобы была советской шпионкой в разведгруппе Яна Черняка. Но вскоре положение стало меняться, постепенно к лучшему. Советское командование стало приглашать Марику для участия в концертах. Позднее Марика вспоминала: «В дверь моего номера в венском отеле «Амбассадор», где я остановилась в тот свой приезд, вдруг как-то странно постучали. Я вздрогнула. На пороге стоял огромный русский детина с громадным ящиком в ручищах. Увидев меня, он расплылся во все лицо. От командира тебе, маме, папе, малышке, мужу и тетке. А ты мне фото. У меня не было фото, зато я улыбнулась ему, как девушка его мечты. Потом принялась распаковывать ящик. Помимо гонорара, там было съестное. Восхитительно. У русских есть врожденное уважение к искусству и его служителям. Помогло, видимо, и то обстоятельство, что в СССР из Бальцберга, пригорода Берлина, где размещена киностудия «Уфа», был вывезен архив немецких фильмов. В течение многих лет сотрудники Госфильмофонда просматривали фильмы, монтировали и выпускали на экраны советских кинотеатров. Но главным смотрителем оказался Сталин. Все фильмы свозились к нему на дачу для очередного просмотра. Помогал ему директор кинематографа Иван Григорьевич Большаков, который наизусть заучивал переводы фильмов и пересказывал их Сталину. Вскоре к Сталину попал фильм «Женщина моих грез», приведший его, как и несколько лет назад, Гитлера в восторг. Позднее Марика постоянно шутила, что она являлась любимой актрисой двух диктаторов – Гитлера и Сталина. Благодаря Сталину фильм стали показывать на советских экранах, но под несколько другим названием. «Девушка моей мечты». Сцена, где Марика сидела в бочке, была вырезана. Цензоров очень сильно возбудили ее голые плечи, что они решили не показывать их рядовым советским людям. Не стали показывать также танец «Кан-кан». Цензорам он показался слишком буржуазным и вульгарным. Наверное, именно с того момента в стране началась новая эра под названием «В СССР секса нет». В руки советских кинематографистов попал также большой гардероб Марики Рёк, наряды которого стали использоваться на съемках советских фильмов. Так, например, одно из платьев Марики было передано Инге Макаровой, когда она снималась в роли Любки Шевцовой в эпизоде концерта перед немецкими оккупантами знаменитого советского фильма «Молодая гвардия». А через несколько лет Марика Рёк снялась в советско-австрийском фильме «Дитя Дуная», режиссером которого являлся ее муж Георг Якоби.
Марика составила новую программу «Два часа для тебя», с которой выступила впервые в Гарце, где познакомилась с режиссером Фредом Раулем на постановке спектакля «Министерство оскорблено». Вскоре Марика вместе с семьей переехала из Австрии в Западную Германию, где продолжила свою творческую карьеру, снималась в различных музыкальных фильмах, участвовала в оперетах, варьете и в ревю, но не достигла того уровня, какой был в 30-е и 40-е годы, хотя публика по-прежнему ее радушно принимала. Когда на экраны вышел замечательный фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм», получивший новую актуальность уже в наше время, где Марика Рёк почему-то названа «кошкой секса», то фильм «Девушка моей мечты» в СССР перестали показывать. В то же время фильмы, снятые с ее участием в послевоенные годы, такие как «Королева Чардаша» 1951 года, «Ночью в зеленом кокоду» 1953, «Маска в голубом» 1957, превратились в кинохиты для европейцев. Последний раз Марика снялась в фильме «Замок Кёнигсвальд» 1981 года, где она сыграла баронессу. Ей было в то время 68 лет. В июне 1981 года Марика получила золотой приз ФРГ за выдающийся вклад в немецкое киноискусство. При награждении она только сумела сказать: «Это же просто смешно. Теперь, когда я не снимаюсь, меня награждают этим призом. Я даже немного смущена. Я уже 4 раза пыталась поставить точку, но мне все время предлагают что-то новое». Да, у меня осталось нечто неоценимое – любовь моего зрителя. После смерти Георга Якоби в 1965 году Марика Рёк недолго оставалась вдовой. Она вскоре вышла замуж за того самого режиссера Фреда Рауля, с которым она репетировала свою роль в спектакле «Министерство оскорблено». Вместе с ним она вернулась в Австрию, где поселилась в городе Баден, который привлек ее чарующим ароматом местных садов и парков. Ее новый брак продлился только 17 лет. 25 августа 1985 года Фред Рауль умер. Его смерть Марика пережила тяжело, но страсть к искусству вновь пересилила ее горе, и она вернулась на сцену. С падением в 1988 году коммунистического режима в Венгрии Марику Рёк пригласили в Будапештскую оперу. Раньше венгерские коммунисты предпочитали не упоминать ее, считая чуть ли не государственной преступницей, выразительницей фашистских взглядов. То ли фильм «Обыкновенный фашизм» на них так подействовал, то ли их московские коллеги всячески препятствовали, но в социалистической Венгрии имя Марики не упоминалось. Но с 1988 года она стала участвовать в спектаклях Будапештской оперы. Там она танцевала и пела. Так темпераментно и зажигательно проделывала грациозные па и головокружительные пируэты, что более молодые исполнительницы не могли сравниться с нею. Они были бессильны повторить акробатические трюки Марики. Чардаш в ее исполнении приобрел второе дыхание. Поистине Марика Рёк являлась настоящей королевой чардаша. До последних своих лет Марика сохраняла свою прекрасную физическую форму. Однажды Марика после исполнения сцены переоделась в другой наряд, воткнув в голову большую шпильку-булавку, скрепляя бант. Она почувствовала только небольшую боль и выскочила вновь на сцену. Вскоре публика к своему ужасу заметила, что из головы Марики хлещет кровь, заливая ее бирюзовое платье. Ее партнеру стало при виде крови дурно, и он прямо на сцене упал в обморок. А Марика Рёк, невзирая на усиливающуюся боль, непринужденно исполняла свой номер до конца. Незадолго до смерти Марики немецкая газета «Бильд» опубликовала интервью, которое было взято в одной из больниц Бадена. На вопрос репортера, как ей удалось сохранить свою молодость, Марика ответила: «Господь Бог даровал мне это лицо и тело, но о морщинах он забыл».
Марика Рёк скончалась 16 мая 2004 года от приступа инфаркта на 91-м году жизни в Бадене возле Вены и похоронена на местном кладбище, пережив своего первого мужа почти на 40 лет, а второго на 20. До сих пор жители Бадена помнят, как в последние месяцы своей жизни Марика посещала кафе, выпивая чашечку кофе, и от ее глаз не укрывалась каждая мелочь. В настоящее время в ее доме в Бадене открыт музей Марики Рёк.